Добрый день, друзья! Сегодняшний мой обзор – это пустые баночки. То, что у меня закончилось, часть пустых баночек. Не все я здесь расскажу, покажу, то есть это часть. Что же закончилось у меня совсем недавно, что мне понравилось, сейчас с вами поделюсь. Начну. А давайте вот с детских витаминов. Подписка на Wellness, детские витамины. У меня как бы ребенок всегда забирает их, а делает какие-то поделки из них. Всякие разные вырезает, потому что они яркие, красивые. Поэтому вот одну забрала у нее коробочку показать, что да, это есть. Потому что мы выписываем. И, соответственно, это есть. Серия для волос. Шампунь закончился. Элио. С органовым маслом, с розой и с органовым маслом. И витаминами. Вот закончился. 200 мл объем. Затем закончился у нас Wellness суп со спаржей. Коробочка. Она пустая. Коробочка. Мы ее употребляем. Хорош. Знаете, хорош макароны посыпать. Я так его просто редко кушаю, когда развожу, например, в горячей воде. Ну, как бы я нормально дома питаюсь, и поэтому мне вот не надо разводить. А макароны посыпаем, мы варим макароны, и я посыпаю. Очень вкусно и питательно получается. Поэтому у нас такой это долгоиграющий продукт. Буквально одну чайную ложечку на порцию посыпаешь, ну, вместо сыра, например. А такой вкус приятный и такой, ну, спаржа, нейтральный такой, нейтрально приятный вкус, ненавязчивый, не острый, ничего. То есть я использую его для макарон, посыпки макарон. Коктейль Natural's Balance, клубничный вкус, тоже закончился. Новый стоит в упаковке, пьем. На сегодняшний день закончился вот как раз клубничный коктейль. Закончился гель из серии VitaCare. Знаете, я много в чатах, ну, он на любителя, много читала отзывов, и хвалебных таких отзывов, и девчата там пишут, что в восторге от этой серии. Я ее купила. Честно говорю, что когда она у нас появилась в каталоге, я ее не покупала. И в моих обзорах это видно, я не покупала. Почему-то, не знаю по какой причине, но просто не покупала. А тут решила, почитала отзывы, решила приобрести себе вот этот гель. Честно скажу, особого восторга я не увидела. Ну, гель как гель, вымылась с витамином Е, как раз еще и каталогах, ну вот распродают зимний вариант, в каталогах сейчас идет летний, но мне достался зимний вариант с таким Дедом Морозом. Не знаю, особого, вот я говорю, особого там шикарного какого-то восторга я не увидела в этом геле. Ну, обычный гель, не знаю, мне очень нравится, например, гели из серии, сейчас скажу, Love Natural. Вот это да, вот это мне они очень нравятся, и серии Discovery. Ну, VitaCare как-то так, не впечатлил, скажем так. Поэтому вот, ну, как бы вот мое мнение такое вот по VitaCare. Больше я пока не покупала, потому что, не знаю, не очень понравился мне. Ну, обычный какой-то такой гель, непонятно какой просто. Серия Essence Go. У меня лимон и вербена. Гель для душа. Да, мне нравится, он хороший, с натуральным экстрактом. Нравится, довольная. 300 мл, вот он закончился. У меня и мыло было. Ну, не всегда в обзор попадает, потому что, девчата, я выбрасываю. Я стараюсь не копить вот эту всю макулатуру, потому что то, что я покупаю, вот без обид, я покупаю для себя, для своей семьи. То есть я не продаю, я не занимаюсь продажами, я не собираю заказы. Все, какие обзоры есть на моем канале, это вот я для себя лично покупаю. Поэтому вот эту макулатуру мне лишний раз копить. Без обид, правда, друзья. Где-то надо ему место найти. И поэтому я стараюсь не снимать такие видео по пустым баночкам. Потому что есть полноценный продукт, который я говорю. Хотя, если взять с той позиции, что что-то новое, то, что я пробую, да, по истечении какого-то времени я объективно даю оценку, а не такие хвалебные
Ну, как хвалебные, можете прочитать в каталоге на любом сайте, что вот это делается, это для того-то. А после, да, я могу сказать, что вот этот продукт мне очень зашел или не зашел. У меня есть такие видео, которые я не понимаю, например, можно посмотреть на моем канале. То есть я даю объективную оценку, чем пользуюсь, то и говорю. Серия Nord. Для мужчин закончился пена. Пена мне нравится, пена хорошая. В Oriflame пена хорошая. Ну, как мне нравится. Мужчинам нравится. Просто я знаю не понаслышке, что пена хорошая. И также из этой же серии закончим мужскую серию Nord. Это, сейчас скажу, шампунь и гель для душа в одном для мужчин. То есть они любят такие монопродукты, которые несколько действий сразу. У шампунь так шампунь, и гель для душа, значит, и гель для душа. То есть можно и голову мыть, и волосы, и тело. Они любят такие продукты, поэтому вот закончился. 250 мл, хороший, обычный освежающий гель. Когда открываешь, даже пахнет. Ну, вот такая мужская штучка. Серия Love & Care. Она сейчас не та с производства. Вы ее не видите в каталогах, но прекрасная серия. Она была для детей, для всей семьи. Мне она нравилась. И сейчас я знаю, что многие как бы потеряли ее и вот в распродажах берут. Третья или четвертая баночка у нас. Содержится миндальное масло и подходит для детей от 3 лет. Как раз я ее покупала со своей дочери, и она пользовалась. Никакого раздражения, ничего. Хорошая серия, прекрасная. Не зря ее вот как бы сейчас ищут и горюют, что ее уже нету. То есть, ну, может, в распродажах где-то и можно будет найти остатки, но в каталоге уже не будет этого продукта. То есть вот эта серия Love & Care, как раз она ушла у нас. Не производится больше. Что здесь? Вот, раскопала, девчата. Я лаком очень редко пользуюсь для ногтей. И можно видеть, что не всегда у меня бывает яркий лак на ногтях. Потому что я, ну, редко я им крашу, даю ногтям, чтобы они дышали, а не синтетикой покрывать. Это мое личное. Вот откопала лак. Что закончился? Обычно я говорю, я просто выбрасываю все из серии The One с блестками, вот такой вот, ну, такой вот блестящий. Снимается очень тяжело из-за этих блесток, а так хороший, нюдовый такой, нейтральный. Еще кремик один был, зимний вариант, с черникой, с экстрактом черники, крем для тела. Вот тоже закончился. Чистые баночки. Потом они пригождаются нам в игрушки. Вот баночки пригождаются в игрушки, и мы их не выбрасываем. Чего-то, какую-то мелочь мы в них складываем. Хорошие штучки. Что еще? Любимые помадки из серии Giordani Gold разные. Это Master Creation. А это вот я не помню. По-моему, икона стиля, по-моему. Вот обе помадки закончились. Они у меня в таких вот бежевых моих любимых цветах. Вот они закончились. Сейчас выбрасываю. Все. То есть я их использовала. Вот они. Помадки, они у меня закончились. Все. Это идет на выброс. Вот еще что у меня закончилось. Было в запасах серии Color Box. Вот эта тушь, которую многие любили. Сейчас она идет, ребрендинг у нее. Она идет из серии Uncolor. Ну вот я закончила тоже из своих запасов. Были у меня запасы батьки Бурнаша. И вот я закончила. Хорошая кисточка у нее. Ну, всему приходит конец. И тушь тоже нужно использовать до окончания срока годности, чтобы не было никакой аллергии. Поэтому, ну, давненько она у меня как бы так лежала, закончилась. Я и пользовалась. Вот, пошла на выброс. Еще одна тушь тоже с охлаждающим эффектом. Видите, у меня какой крючок уже в этой кисточке. Это я честно скажу, это я вот эту кисточку пыталась вот сюда затолкнуть, но у меня ничего не получилось, поэтому, вернее, вот эту вот кисточку от белой туши я вот сюда толкала. Ну, а тут туда. Ну, в общем, ушли. Все. Вот они, две туши у меня закончились.
А еще одна любимая тушь, которая мне нравится, термосмываемая тушь из серии The One с тоненькой кисточкой, которую я вот люблю, что она не водостойкая, а термосмываемая. Такая тоненькая кисточка. У меня сейчас черненькая из этой же серии заканчивается. Ну, скоро закончится, я думаю, когда вот какая-то непогода, идет дождь там вдруг. Сейчас у нас весной, в лето уже, сегодня 1 июня. Вот, и нравится она мне. Нравится, закончилось. Закончился вот этот корректор из серии The One Illuskin Concealer. Закончился, все, я его настолько выдавила. Хороший корректор, очень хороший, причем ловите лайфхак. Им можно пользоваться и как тональником. Единственный корректор в Oriflame, которым можно использовать как тональный крем, честно говорю. И можно, когда вы наносите, подкорректировать, подождите, чтобы он подсох. Подсохнет чуть-чуть, тогда уже его дальше растушевываете, так уберете ненужные там черные круги и какие-то дефекты на коже. Если нет под рукой, например, тональника, можете смело пользоваться им. Прекрасное средство и как тональник. Закончился. Карандашик. Вот эти карандашики мне очень нравятся, выкручивающие серии The One. С металлическим эффектом. Я не знаю, увидите сейчас или нет. Вот такой вот он коричневенький. Вот. Вот так вот. Коричневенький. И здесь есть вот такой металлический блеск. И мне он очень нравится, потому что он дает такой красивый эффект металлика. Вот нравятся такие карандашики, они сейчас есть в каталоге, и кому охота. Это не просто такой вот классический коричневый карандаш, он именно с металлическим оттенком, такой металлик, очень красивый. Красивый цвет получается. А крем для рук с облепихой. Ну, крем для рук, как крем для рук. Все, с облепихой тоже закончился. А закончился у меня еще вот эта штучка из серии Novage. Ну, как уменьшитель пор, да, скрадывающий, такой выравнивающий праймер-уход из серии Novage. Хорошая штучка, уходовая, хорошая штучка из люксо-сегмента. Да, вот у меня он закончился. Затем закончился крем с оливками, брала в Биоси. Вообще не в восторге от этой косметики. Ну, как бы еле-еле домузюкала, по-честному, по-простонародному скажу, потому что ужасно распределяется на коже. Вот не разотрешь его. Хотя заявляют, натуральная косметика без парабенов и силиконов. Мне абсолютно не понравилось. Вот не в восторге. Вот еле-еле. Охота прям просто была выбросить и все. Честно. Объективно и честно. Ничего хорошего. Вот эта вот масочка, она мне уже тут стерлась название. Это Биолит, алтайская косметика из Томска. У них производство на Алтае. У них свои поля, где они выращивают растения и потом добавляют свою продукцию, то есть изготавливают на природных растениях Алтая. Это, в частности, маска. Ночная питательная маска с понтами алтайского морала. Шикарнейшая серия. Я вот уже сколько раз себе покупала ее, вот, ну, потому что я пользовалась, тут уже ни букв, ничего не видно. 50 мл объем, у них есть 100 мл. Я брала 50. Один раз 100 мл брала, а второй раз вот 50 мл. Шикарная маска, мгновенно впитывает, эффект от нее очень хороший. Еще раз говорю, это не Oriflame, это Биолит, компания Биолит. Здесь вот все стертое, но вот здесь можно увидеть. Здесь можно увидеть, написано Биолит, город Томск. Прекрасная, вот это правда, мне очень нравится эта масочка, и я периодически ее покупаю для себя. Она идет вместо ночного крема, ее можно использовать, то есть как самостоятельный продукт.
То есть она вот такая. Ее не нужно смывать. Ее нанесли на ночь, и все, она несмываемая. Идет как маска-крем. Все, сейчас такие продукты популярны, поэтому... Но состав шикарный. Вот с этими спонтами алтайского марала и как она действует на кожу, я в восторге. Я всегда ее покупаю, поэтому если будет желание, я оставлю ссылочку на их интернет-магазин в инфобоксе. Поэтому познакомьтесь с продукцией. Хорошая, достойная продукция. А закончилась масочка у меня. Ну, я ее, конечно, выбросила, чтобы она тут не заплеснела ничего. Но вот из серии Love Naturals с инжиром закончилась маска. То есть вот все, выбрасываю. А следующее, что у меня закончился, шикарный бальзам. Дезодорант. Дезодорант антиперспирант. А я его бальзамом назвала, простите. Из серии Clarins. Взяла, да, дорогой, больше тысячи, сколько, 1500, наверное, бальзамчик, ой, господи, простите, дезодорант, шариковый дезодорант, но он того стоит, правда. Еще хочу, вот, видите, все у меня из него посыпалось, потому что уже лежит, засох, шариковый дезодорант, шикарный, правда. Вот, покупала в Литуаль, почитала отзывы, которые там оставляют, и решила взять. Обязательно еще какой-нибудь себе возьму. И последнее. Так что вот этот дезодорант Clarins. Шикарный, правда, шикарный дезодорант. Обязательно что-нибудь другое попробую из каких-нибудь других люксовых брендов. Потому что работает. Вот реально работают дезодоранты, за которые не жалко отдать тех денег, которые вот они заявляют. Я люблю такие продукты. Уж если заплатил, то и получил соответствующий эффект. Не просто так выбросил денег. И последнее, на чем я бы хотела остановиться, это закончились у меня двухфазные средства для снятия макияжа с глаз. Это The One Oriflame. Двухфазное средство, а это Lancome я себе брала. Наверное, я все-таки думаю, что сниму обзор, потому что у меня много вот таких штук из люксового сегмента, где я бы их сравнила, какие мне очень понравились, какие не очень. Ну, то есть, как бы вот здесь сравнивать сейчас не буду. Нельзя, потому что Lancome вне конкуренции. Вот просто шикарное средство. Хотите попробовать? Купите Lancome. Увидите огромную разницу. Просто на раз, два, три снимает макияж с глаз. Стоит смочить ватный диск и приложить к глазам. Все. Раз, два, три посчитали и можете сразу же увидеть, что у вас на глазах. И, собственно, макияжа-то и нет. Он остался весь на ватном диске. Мне очень он понравился. Обязательно еще буду покупать его, потому что вот, ну, шикарно. Стоит своих денег. Реально стоит своих денег, потому что работает на ура. И не сушит область вокруг глаз. А легко, легко и деликатно убирает макияж с глаз. Серия The One. Ну, здесь, конечно, проще. Я не буду вот эти два средства сравнивать и говорить там что-то. Я про Lancome уже сказала. Вот. На сегодняшний день это вот для меня не только с этим. Я вам серьезно скажу, у меня много из люксового сегмента. Я и, по-моему, Шисейда покупала двухфазное. Dior сейчас заканчивается у меня. Потом что там у меня еще стоит? Вот Lancome. В Clarins я брала двухфазное средство. В общем, я покупаю то, что мне нравится. Вот и The One. Ну, здесь вообще просто. Здесь вообще просто на 3 с плюсом. Ближе к четверке. Скажем так, похуже он снимает, намного хуже, то есть как бы надо растирать. Ну вот так. Это были последние мои как бы обзоры по пустым баночкам. У меня там еще есть коллекция, что вам рассказать и показать.
из закончившегося. А на этом у меня все. Оставляйте свои вопросы, оставляйте комментарии под этим видео. Может, что-то вам интересно еще что-то узнать. А в дальнейших я буду показывать другие пустые баночки. Также будут обзоры. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки можете ставить, если что-то не нравится. У каждого у нас есть свое мнение, что-то нравится, что-то кому-то не нравится. До новых встреч. Пока-пока.